Здравствуйте, меня зовут Елена Дмитриевская. Я Екатерина Барышникова. Мы организаторы фестиваля «Пространство красоты» и марафона «Бегущая невеста». 13 и 14 мая в Сосновом Бору пройдет впервые уникальный фестиваль, который посвящен женскому здоровью. В рамках фестиваля 13 мая мы хотим пригласить всех вас, дорогие женщины, на уникальную лекцию с профессором Рудольфом Госсеном, который расскажет о ранней диагностике женских онкологических заболеваний. Здоровая женщина – счастливая семья. Именно этот девиз нашего фестиваля. И 14 мая мы ждем всех вас, всей семьей, к нам на удивительные мероприятия городского масштаба, где мы для вас подготовили специально и ярмарку, и различные развлекательные и концертные номера, где вы сможете весело провести вместе время. Всей семьей. И еще раз мы хотим сказать о том, что здоровая женщина, счастливая семья. И великолепным, красочным, незабываемым финалом будет сам марафон «Бегущая невеста». Что это такое? Мы приглашаем всех регистрироваться на марафон. Регистрация начинается со 2 мая по 10 мая включительно. Что это такое? Невероятное красоты зрелище, где самые красивые женщины Соснового Бора пробегут 100-метровую дистанцию, заявив о том, что о проблеме женской онкологии нужно говорить вслух. И не просто пробегут, а в красивых свадебных платьях. Поэтому достаем со своих полок красивые свадебные платья и бежим. Будущие невесты, невесты в прошлом. Неважно, сколько настоящие тебе, настоящие невесты. Неважно, сколько тебе лет, 5 или 80, мы ждем тебя. Для всех девушек мы подготовили замечательные призы и подарки. Присоединяйтесь. 13 и 14 мая впервые в Сосновом Бору пройдет уникальный фестиваль «Пространство красоты». И в рамках этого фестиваля мы бы очень хотели вас пригласить 13 мая прийти на потрясающую лекцию с профессором. Я здесь, я сейчас. Это вообще... Это надо оставить. Голова просила. Я звук снимал.